Приветствую вас, друзья, с вами Варчик, и это обзор на танчик Т92, который появился недавно в премагазине. Но что мы получаем, если мы все-таки думаем, брать этот танк или не брать? Если коротко, сразу понять, что это такое, и прем-танк 8 уровня, легкий, с хорошим обзором, хорошей маскировкой, нормальной динамикой. Ничем не выдающийся, по циферкам много, но на деле выходит просто нормальная динамика. Максималка всего лишь 60, хотелось бы, конечно, 72, но видно, что танк эту максималку разгоняет впритык, и все, и там в районе 59 держит, и дальше как-то больше и не хочет, поэтому походу он бы больше особо и не разгонял. То есть с маскировкой, обзором и обычной динамикой, дырявым таким корпусом небольшого размера, в принципе, можно занимать какие-то пассивные места для подсвета и хорошо так светить, перемещаться от куста к кусту по мере того, как продвигается бой, и достаточно хорошо работать светляком. То есть ЛБЗ выполнять для легких танков на этом аппарате очень таки легко. По сути, там ЛБЗ прям под него и сделаны в основном. Возможно, какие-то там, я не помню, есть заковырчатые ЛБЗ, но я ЛБЗ настолько давно прошел, что, ну, мне кажется, этот танк подходит. Не помню все задачи, но большинство точно на нем легко будет выполнить. По поводу орудия у этого танчика, оно слабенькое, но не сказать, что оно вообще не подходит под этот танк. Оно интересное, оно фановое в плане того, что ты накидываешь по врагу, он особо не обращает внимания. Ну и эта пушка заставляет тебя объезжать врагов, заставляет тебя врываться, крутить, каруселить. То есть, если взять Бульдог и еще одну прем ЛТ 8 уровня, то там можно немного и позиционно постреляться, там и пробитие чуть побольше, и голдой пробитие 250, и альфа побольше, чем здесь. Если здесь альфа у Т92 150, то у Бульдога побольше будет, 240, и постреляться в позиционке намного легче на Бульдоге. Но у Бульдога есть еще максималка 72, а все остальное у Бульдога хуже, чем у Т92. Обзор такой же, сведение и точность одинаковые у танков, маскировка у Бульдога хуже. Т92 с маскировкой вкачанной там около 37-38, то есть маскировка будь здоров, но врываться там и стоять в 100 метрах от десяток у вас не получится, потому что у всех обзор сейчас большой. Но это танк, на котором чувствуется, что маскировка в игре все-таки еще есть. Если, играя на других ЛТ, вообще особо маскировки не чувствуется, то на этом танке немного чувствуется. И это приятно, поскольку, ну, на других танках вообще особо такое, типа, какая маскировка в игре, чё? Это как броня в игре. Ну и удобство стрельбы у Бульдога намного хуже, чем у Т92. Во-первых, УВНы. У Т92 10 градусов УВНы во все стороны, кроме левого катка. Над левым катком там на ВЛД торчит люк мехвода, и немножко пушка хуже опускается. Не совсем она торчит прямо, но не так сильно опускается, как везде. Это, в принципе, не сильно приятно, но вы это будете замечать не так часто, поскольку пушка все-таки туда опускается, но не сильно. ДПМ у этого танка 2400. Ну и самое слабое у этого танка, это, конечно же, Альфа 150, пробитие под калибером 175, кумулятивом 210, причем кумуль стоит бешеных бабок. За 150 альфы и 210 пробития кумулем вы будете платить, кажется, 5600 серебра за один выстрел. За результат малюсенький, платить такие огромные деньги, ну такое. По поводу фарма этого танка. Этот танк фармит, если насвечивать в бою 1000 по 3. Получается ли на нем это делать? Вполне получается насвечивать, ну, примерно через бой по 3 косаря насвечивать получается. И серебра с резервом выходит где-то 120 тысяч. Плюс-минус там. Без резерва, ну, там будет 80 выходить, наверное. То есть фармит более-менее нормально, если вы играете на свет. Но опять же, статистика, ВН8 и все остальное посыпется в тартарары, если вы будете просто светить и не наносить урон. А наносить урон, чтобы статка на нем большая была и хорошая, надо 1002. 1002 урона это раз 15 надо пробить за бой. С КД 3,7 это короче, это много надо стрелять. Это надо выжидать моменты, когда можно ворваться, покрутить, пострелять. Кстати, еще очень хороший полет снаряда у танка. Просто на автоприцеле это, наверное, единственный танк, на котором я не боюсь стрелять на автоприцеле. Если на остальных танках берешь на автоприцел и там снаряд летит просто непонятно куда, то здесь снаряд успевает долететь до врага на ближней и средней дистанции на автоприцеле. Я думаю, через всю карту стрелять на автоприцеле не очень, но в ближних дистанциях вполне себе сойдет. Ну и также не забываем, что надо иногда и вообще выцеливать, потому что не всегда на автоприцеле будешь пробивать. Поиграл, короче, на этом танке, я понял, что особо голдой заряжать его нет смысла. Так, там штук 10-15 заряжаешь, ну вдруг там какой-нибудь Type 4 или Type 5 Heavy, какие-нибудь там шмаусы, еще какая-нибудь дичь непонятная. Ну, если вообще не пробивается, можно там пару пулек стрельнуть. Но опять же, вот эти ваши 150 альфы, думаете, там вот эти толстолобые тяжи его заметят, да, и ничего не заметят. Да и если правильно объехать, то бронированные танки достаточно легко пробиваются. Меня даже очень удивило пробитие основным снарядом под калибр 175 пробития в НЛД 263 сверху вниз на достаточной дистанции просто пробился в НЛД. Поиграв на этом танке, я понял, что все вот эти бронированные танки даже с маленьким пробитием умудряются просто получать урон от меня. Ну это, короче, немного смешно. Такой малюпусенький калибр, пробития нет. Куда там оно пробивается? Ну такое вообще жесть, короче. По поводу мнения моего про танк. Если вы ЛТ, вот, у вас там просто коллекция ЛТ, вы любите играть на ЛТ, то этот танк вам зайдет. Посмотрел некоторых вододелов, которые, или ЛТ-водов, не знаю как их назвать, допустим, Гедиону танк понравился. Хотя результат у него был такой себе на танке, но говорит, что можно придрочиться к нему и получить больший результат. В принципе, у меня результат на танке был сначала хороший, потом я начал экспериментировать с модулями и перками. Результат немного упал. Ну и итогово я вернулся к тому, из чего начал. К тем же перкам и модулям, которые были. Так что, если вы топ ЛТ-вод и ваш ЛТ просто жаждет еще в коллекцию один танк, то да. Или если вы хотите ЛБЗ повыполнять, все, как бы 100% брать этот танк, чтобы нагибать рандом и фармить серебро, скорее нет. Фармить серебро вы будете примерно через бой. Как там карта сложится, посветите, не посветите, ну и все в таком духе. Да и статистику на нем держать тяжело в плане ВН8. Настреливать на этом танке не всегда получается. Но играть на нем весело, процент побед высокий, потому что ты непосредственно активной своей игрой и подсветом решаешь катки. То есть процент побед у меня там вообще космический, на нем там что-то 70 с чем-то. Это нормально, соло играть, 70% побед это хорошо. То есть мне танк в принципе понравился, он фановый, веселый, но это просто веселье из-за того, что танк бодрый. Но он не нагибучий, он не нагибает. Просто весело на нем играется. Интересно как-то на нем стараться играть. Потому что все эти остальные танки уже немного надоели. Это как какой-то свежий глоток воздуха. Просто на нем весело играть, если у тебя есть скилл хоть какой-то. Если у тебя нет скилла, ну я не знаю. Я видел, как в рандоме играют Т92. Ну, сказать, что они играют, ну, скорее нет, чем да. Поэтому мне кажется, большинству этот танк не зайдет вообще никак. Пробития нет, альфы нет, брони нет. Он не особо-то и маневренный, при том, что цифры там большие, но походу грунты зарезаны в хлам. Настреливать урон сложно, а подсвечивать надо еще уметь, и активная игра это тоже сложно. Но на нем интересно как-то экспериментировать, учиться там, как-то активно играть, врываться там. Вчера на стриме был момент, когда я шведскую ПДшку хотел перевернуть, но она своей массой меня перевернула, я на крыше валялся. Ну, тоже такой смешной момент. Хотя я вообще на песчаной реке хотел через бархан, через него перепрыгнуть. Но итогово за него зацепился, и он меня перевернул. Хотя я почти его тоже перевернул. Ну, на других танках такого экшена не получишь. Да и, допустим, вот Бульдог мне не сильно понравился, как этот танк. Хотя Бульдог, он более приспособлен для рандома. На нем легче играть, на Бульдоге, потому что у него есть альфа и пробитие. А сейчас-то не все-то карты и подходят для ЛТ, не на всех картах-то и посветишь. Вот такие дела. На Бульдоге можно хоть урон настрелять в позиционке какой-то. А на этом танке надо только где-то что-то с-под тишка, там врываться, наковыривать, такое. В принципе, танк нормальный, но узконаправленный. Вот такое вот коротенькое мнение у меня про него. Может, немного обзор сумбурный произошел, но в конце лишь хочу добавить, как я играл на нем, что там ставил. И, в принципе, мне кажется, что на этом танке вот из перков самое главное это маскировка и перки на обзор. Потом сверху немножко перков на стабилизацию. Стабилизация, в принципе, у танка хорошая, но если ты на такой мелкой пушечке ездишь и тебе еще досводиться надо, то это неприятно. Поэтому считаю, что на нем надо на стабилизацию немножко перков подсыпать. Да и, в принципе, со стабилизатором ездить легче, чем без него, потому что чем больше ты вливаешь урона, тем статка все-таки получше. А не всегда есть возможность много стрелять на этом танке в бою, поэтому я там много чего экспериментировал, но все-таки пришел к таким модулям: досылатель, стабилизатор, оптика. Хотя можно играть досылатель, сетка, труба, это если вы ЛБЗ там какой-то хотите выполнить. Там по сути вот после досылателя можно любой модуль поставить, танк особо не изменится. Там плюс-минус туда-сюда такое. Просто чуть-чуть подкорректируйте под то, как вы собираетесь играть. Активно играть или собираетесь играть там с кустов чисто, ЛБЗ выполнять там или фармить серебро под светом. Но не на всех картах это получится. Кто-то там играет досылатель, просветленка, вентиляция. Но я пришел к выводу, к такому сбалансированному набору модулей. Там, где есть и на урон досылатель, стабилизатор, и на подсвет просветленка. Потому что карты сейчас в основном коридорные и городские. На открытые не всегда попадаешь. Поэтому излишне делать танк на подсвет такое. Все равно вы там с прокачанной маскировкой в перках будете хорошо так замаскированы. И подсвечивать все равно будете хорошо. Обзор у танка, кстати, 400 достойный на 8 левеле. Ну и там чем больше перков кинете в этот танк, тем будет лучше. Кстати, вот перки виртуоз и проходимость грунтов стоит прокачать, потому что танчик так себе поворачивает. Хотя должен хорошо был поворачивать, но кто-то там проходимость грунтов зарезал. Вот такое мнение у меня про танчик. Кстати, допаёк на этом танке очень даже хорошо заходит. ХП у танка 1000, немного, поэтому он иногда горит. Конечно, там я сыграл под 50 боев. Пару раз загорелся за это количество боев. Можно там перки прокачать на пожаротушение. Достаточно хорошо будет, если у вас много перков. С вами был Варчик. Играйте красиво. Надеюсь, я про этот танк рассказал все, что можно было. Всем пока.